же я привезла бюстгальтер без косточек, производство Турция. У меня уже есть видео про этот бюстгальтер, где я рассказываю о нем. Ссылочку на видео я выложу внизу в описании к этому видео. Также я привезла бюстгальтер без косточек. Что интересно, мне очень понравилось. Эта модель бюстгальтера, она в упаковке идет 3 размера. Единичка, двойка и тройка. В данный момент, к 1 сентября, у меня эту модель разобрали. Остался бюстгальтер на тройку. Сколько я возила этот бюстгальтер и совсем недавно узнала, что этот бюстгальтер производства Польша. Здесь уже, я смотрю, выделяется формованная чашка на поролоне, на тонком поролоне. Внизу идет резиночка, плотненькая, эластичная, которая не стесняет ваши движения. И для любителей, которые не хотят, чтобы бретельки отстегивались, в этом бюстгальтере ваши пожелания, бретель не отстегивается. Бюстгальтер бесподобный, он выполнен из микрофибры, хорошо держит форму. И покупательница у меня даже, мама с дочкой, ждали 3 недели, пока я выполню их заказ. 3 позиции на 2 крючочка. Чтобы приподнять грудь в бюстгальтере без косточек, дизайнеры сделали вот такой крючок на бретельке бюстгальтера, который вы зацепляете за колечко второй бретельки, вот так, зацепилась. И у вас получается соединение. Соединение формой X. И внимание, когда я испробовала это на себе, когда вы застегнете бретельку за бретелькой, чашка бюстгальтера у вас подскочит, натянется, и ваша грудь, естественно, приподнимется. Я надеюсь, я ответила на ваши часто задаваемые вопросы. На этом все. До свидания, до новых встреч. Не забудь подписаться и поставить лайк под этим видео.